Привет, дорогие друзья, с вами Василиса. И сегодня, как всегда, у нас новое из Чехии видео. Видео посвящено тому, как, если вы приехали с детьми, что здесь делать в Карлových Варах. Я бы посоветовала взять машину, ну или такси, но... Не знаю, чаще всего люди, конечно, берут машину в аренду, тоже я об этом снимала уже видео, и едут вот такие вот места интересные. Как, к примеру, это ферма. Ферм, на самом деле, в Чехии очень много. Кстати, я вам снимала ферму, где можно в Чехии можно купить молоко. Но там тоже можно также приезжать и смотреть на тракторе, который нравится машину, где сейчас тоже вижу трактор, на лошадей, кататься. И взрослым, кстати, тоже. У нас один знакомый взрослый друг приехал, он взял... Был один здесь, ну, там по делам, по визе, по квартире, тоже квартиру продают здесь в Карлових Варах. Пойдем. И он приехал на этот Пегас, почему я вспомнила, что это классное место для проведения отдыха. Он приехал сюда, взял коня в аренду, час покатался, и столько была просто масса впечатлений, поэтому и взрослым здесь тоже, естественно, очень сильно нравится. Смотрим видео, очень интересно. Здесь есть музей коней, пенсион и ресторан, то есть здесь можно приехать и покушать. Сейчас мы пойдем туда, в сам Пегас, где коняшки стоят. Вот они, коняшки. Они идут туда на прогулки, там дальше поля. И корова, по-моему, есть. Детям можно с 3 лет заниматься. Один раз в неделю, понедельник. 4 часа, по-моему. 650 крон. Выведет уже коняшку. Вот здесь их не главное стоило. Серая, красивая коняшка. А, это учат, видимо, садиться, я так думаю. Да, здесь разные возраста, и, по-моему, 1500-1500 крон на обалденном красивом коне стоит. Кушать, да, морковку или яблочки, вот это тоже уже покушать, такие они красавцы здесь. Подожди, видишь, она никак в рот не может забрать. Да, она молоденькая, она, по-моему, да? Молоденький. Вот там тоже мы ей тоже дали морковку, но он плохо тот ест. Да, у детей полное счастье. Привезли огромный сток сена. Очень часто можно в Чехии встретить машины, которые... Да, приезжают, ну, это, конечно, не она, но такие частные к легковушкам пристегиваются и возят там лошадок. Очень часто можно увидеть. Да. Смотри, лошадки. Такие красивые лошадки, да. Там не идут, девочки снарядились и уже идут. Здесь занятия проводятся. И взрослые катаются, и дети катаются. И детям очень нравится. Еще дети ухаживают. Просто приходят и ухаживают за этими лошадьми. Им очень нравится. Вот это большое у них учары тоже. А вот это увели лошадку, она красивая тоже была. Черный, серый. Ящик. Название ящик. О, вот он. Красавец, тоже хочет. Давай. Целый животный мир на этой ферме. Я им оставлю адрес, под видео напишу обязательно. Здесь детям очень нравится всегда. Здесь, конечно, такая, ну не знаю, как-то как деревня, да. Это очень знаменитый этот Пегас. Ну, в Карлових Варах, естественно. Здесь очень много животных различных. И, естественно, кататься можно спокойно. Я уже об этом говорила. Но очень всем нравится. Здесь свободная территория. Конь ходит. Да, она идет за тобой. И вот там катаются детки. Сейчас мы посмотрим, как они катаются. Идет тренировка, которую я вам говорила уже. И там еще наверху тренировка. То есть все достаточно интересно. Вон они ездят. Как сидеть, как задочек назад, ну это попу назад, посмотри, спину назад. Маленькие. Да, очень маленькие вон детки вообще есть. Здесь есть ангар, достаточно большой, здесь ласточки, я уже говорила про него. Их не помню накормить, а вот лошадь, но она такая достаточно агрессивная вот эта. А в прошлый раз здесь есть с маленькими лошадками. Вон мама с маленькой лошадкой. А вот внизу, может, ласточки не летают, там сидели, вот гнездышко. Много ласточек я снимала. А, мы приехали, когда им обед дают. Они не реагируют уже с морковкой. Ну, как бы мы уже покормили их, потом прошли, прогулялись, если вам не показывала вам, да? Какой красивый. Классно. Я каталась когда-то на лошадях в России, когда жила. Мы с подружкой ездили на лошадях. Сейчас такой возможности нет оставить детей. Ну, на меня так посмотрел. Снимаю видео, забываю все слова, так и возможно. Все кушают, в общем, их очень много. Он еще захотел морковки. Да. Да. Вот так, бычок. Ну, вкуснятина. Я даже не могу вам передать, да, какой звук. Огромное количество воробьев
Вот в этих лианах. И они... И здесь тоже. Прям все в воробьях. Я даже не знаю, звук такой. Здесь пенсион, вот написано здесь. Ресторан, пенсион и ездарна. Вот где ездить. Обалдеть, вот это звук. Там, кстати, развалино разрушенное здание старое. Вот пенсион. Фига. Ух ты, боже, сколько их здесь. Ничего себе. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, конечно, как всегда, подписывайтесь на канал. Чем больше вы комментируете и смотрите видео, подписывайтесь, тем больше я, естественно, буду выставлять видео про Чехию, про другие страны. Я знаю, что вам это интересно. Поэтому подключайтесь к нашей общей теме про Чехию. Будет очень интересно. С детьми в Чехии тоже хорошо отдыхать. И самим тоже классно, кстати, посмотреть. Сейчас я вам коров посмотрю. Навозом. Ну-ка, приблизить не могу, у меня камера такая. Да, вот там хвостами эти ребят. Вон они, коровки. Вон они, видите, коровы? Привет, коровы! Еще раз повторюсь, что какой запах. В Чехии, вообще во всех, наверное, местах Чехии, в любом селе есть коровники. Вы можете купить молоко свежее, они везде продают. Творог, сметана, все это жирное и очень-очень вкусное. А есть также коровники, да, есть и козье молоко, козочки везде, овечки, бараны есть. И вот так поделили, что вам было видно. И также есть, конечно, конефермы. Это огромное количество, очень развито в Чехии. Она пьет красотка. Водичка, одновременно сено рядышком у нее. Еще одна мордашка у нее здесь. Я залезла прямо в окно, посмотрите. И смотрю здесь на коровок. Да, здесь лучше видно весь коровник. Вот они, красавцы, стоят. И смотрите, они все полностью, то есть, ну, здесь идет очень сильно. Конечно, коровник, понятное дело, здесь не будет так сильно чисто. И прям идеальный запах. Это все-таки коровник, но это такое все первобытное. Все лошадки, все коровки пронумерованы. Ну и чистое сено экологичное с этих же полей. Здесь, ну, очень много полей. И все поля в Чехии, они полностью обработаны. Либо коровам собирают корм, либо лошадкам. Как мы поняли, здесь квасится еда для этих лошадок. И сейчас я вам, сейчас я вам покажу. Вот это коровник с другой стороны. Ребенок уже такой весь. Давай ручку, пойдем. А вот здесь таких вот закручивают на зиму. Ну, комбайны работают, да, скашивают траву. И везде по полям чешским можно увидеть, что это вот закручивается трава таким образом. Ну, все, конечно, достаточно. Есть современные поля, есть, ну, как бы комбайны, вот это все современные технологии. Есть, конечно, не очень современные технологии, но тем не менее. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. С вами была Василиса. Отличного настроения, замечательного отдыха, не только в Чехии, но и в своих странах. Ездите достаточно часто на всевозможные фермы. Это действительно классно. И я думаю, в любом городе и в любой стране есть такие деревни, я не знаю, фермы. Ну, для нас это, конечно, экзотика сейчас. Но в Чехии это не экзотика, это нормальное времяпровождение всех семей. Так что давайте выбираться на природу, к коровкам, к лошадкам из городов. Всем пока-пока.